Певица Максим сейчас переживает черную полосу в своей жизни. На выходных отец ее младшей дочери, бизнесмен Антон Петров, женился на 21-летней студентке МГУ. Пышная свадьба 34-летнего Петрова и юной дочери депутата Госдумы Елизаветы Брыксиной состоялась на днях в одном из подмосковных гольф-клубов. Роман бизнесмена со студенткой начался еще в прошлом году, когда Максим ждала от него ребенка. Сейчас, когда правда просочилась в СМИ, этот любовный треугольник не обсуждает только ленивый. Сама певица старается скрывать эмоции. И на премьере клипа, снятого по мотивам личной жизни, и на презентации своей музыкальной школы девушка держала марку. Когда ты доверяешь уже людям, а год был очень непростой, я бы сказала, наверное, самый сложный в моей жизни. Да нет, я даже уверена, что на данный момент самый сложный. Во мне произошли такие серьезные изменения, глобальные, в плане какого-то осознания, понимания каких-то вещей.